Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 553. Нас просят доказать два утверждения. Итак, под номером 1. Разность квадратов двух последовательных четных чисел равна удвоенной сумме этих чисел. Как мы запишем число, которое кратно 2? Обычно это число записывают 2n, где n – это целое число или натуральное число. В данном случае не указано, поэтому предположим, что это целое число. Пусть (2n) и у натуральных, и у целых чисел следующее последовательное число, которое кратно 2, то есть четное, какой будет иметь вид? Нужно к предыдущему прибавить 2. 2n плюс 2. Данные последовательные четные числа. Запишем это. Теперь составим выражение разность квадратов этих чисел. Понятно, что мы от квадрата большего числа будем вычитать квадрат меньшего числа. То есть 2n плюс 2 в квадрате. Вычтем 2n в квадрате. Если мы с вами возводим в степень произведения, частное или степень, то, или сумму, или разность, то мы записываем это выражение в скобках. Ну и теперь вспоминаем правило. Разность квадратов двух выражений равно произведению разности этих выражений. 2n плюс 2 минус 2n. И суммы этих выражений. 2n плюс 2 плюс 2n. Упростим выражение в первых скобках. 2n минус 2n взаимно уничтожится. Останется 2. А что у нас получается в скобках? Сумма данных выражений 2n и 2n плюс 2. То, что нам и нужно было доказать. 2n плюс 2n плюс 2. Разность квадратов двух последовательных четных чисел равна удвоенной сумме этих чисел. Что значит удвоенной? Умноженной на 2. Под номером 2. Нам нужно доказать, что разность квадратов двух последовательных нечетных чисел делится на целое на 8. Как мы можем записать эти числа? Если четное число мы записываем 2n плюс 2, 2n, то нечетное число – это то число, которое от него справа и слева. То есть 2n минус 1 и 2n плюс 1 – это как раз и будут последовательные нечетные числа. Запишем. Найдем разность квадратов этих чисел. От квадрата большего числа вычтем квадрат меньшего числа. 2n плюс 1 в квадрате. Вычитаем 2n минус 1 в квадрате. Разность квадратов двух выражений равна произведению разности этих выражений. Первое выражение 2n плюс 1. И вычитаем 2n минус 1. Раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Меняем знаки на противоположные. Будет минус 2n плюс 1. И сумма этих же выражений. 2n плюс 1 плюс 2n минус 1. Итак, в первых скобках 2n и минус 2n взаимно уничтожаются. 1 плюс 1 равно 2. Во вторых скобках 1 и минус 1 взаимно уничтожаются. 2n плюс 2n – это будет 4n. 2 умножаем на 4 – это будет 8.
n. Это выражение будет кратно 8, потому что представлено в виде произведения 8 и числа. Но мы знаем, что произведение кратно данному числу, и если второй множитель, это число целое. При целом значении n. В первом задании мы точно так же рассматривали с вами последовательные четные числа, если n у нас целое число. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.